на предложение основания АД трапеция АБЦД взяли точку К. Так что АК равняется АД. Диагонали трапеции пересекаются в точке Е. Найдите отношение, в котором прямая КЕ делит боковую сторону АБ трапеции, если BC равно 2, а D равно 5. Для начала сделаем схематический рисунок, запишем дано. Четырехугольник ABCD трапеция. BC параллельно AD. AK равняется AD. BC равно 2, а D 5. Найти отношение AL на BL. Рассмотрим два треугольника. BEC и треугольник AED. Для этих двух треугольников у нас получается угол 1 равен углу 2, так как они накрест лежащие. При параллельных прямых BC и AD и секущие AC. Угол 3 равен углу 4, так как они вертикальные. Тогда с этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что треугольник BEC подобен треугольнику AED по двум углам. Если два угла одного треугольника, соответственно, равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. А раз треугольники подобны, отсюда следует, что соответствующие стороны будут пропорциональны. Тогда у нас получается BE так относится к отрезку DE, как BC относится к AD. Подставим сюда наши условия. Тогда у нас получается BE так относится к DE, как BC, BC по условию равняется 2. Знаменатель AD, AD по условию равняется 5. Чаще всего, когда мы видим такое соотношение, проще всего ввести переменную. Пусть BE равно 2х. Тогда, чтобы сохранить соотношение, DE будет равняться 5х. При делении х и сократятся, у нас получится верное равенство. Рассмотрим длину отрезка KD. Длину отрезка КД можно записать как сумму длин двух отрезков АК плюс АД. Также мы знаем по условию, что АК равняется АД. АД равно 5. Тогда с этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что КД будет равняться АК равно 5 плюс АД. АД равно 5. Посчитав, мы получаем, что длина отрезка КД равняется 10. Теперь воспользуемся теоремой Менелая. Тогда у нас получается КД, знаменатель АК, все это умноженное на АЛ, знаменатель БЛ. И последнее, БЕ, знаменатель ДЕ. И все это должно равняться единице. Подставим сюда полученные данные. КД у нас равняется 10, АК ранее мы нашли это 5. Все это умножается на AL, знаменатель BL. Далее умножаем на BE, это 2х, знаменатель DE, это 5х. И все это равняется 1. Заметим, что х мы можем сократить. Также мы можем сократить 5 и 10. В результате у нас получается 4AL, знаменатель 5BL. И все это равняется 1. Выразим отсюда соотношение AL на BL. Тогда AL на BL будет равняться 5 четвертых. Запишем ответ. AL так относится к BL, как 5 четвертых. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.